справа палатки стоят. Смотри, дом, вот. Дом над обрывом. Всем привет, друзья. Ну что, хочу вам показать несколько удивительных фрагментов видеосюжета. И знаете, что самое интересное? Вы можете и не поверить. В связи всей ситуации, конечно, друзья, да, меня видно-то хорошо. Но есть моменты, которые я хочу вам, друзья, донести. Это необычный формат событий, который происходит. И есть события, которые не происходят. Что на самом деле происходит везде. Тайные разработки, оружие, технологии. Или что-то еще. Но множество людей, которые смотрят нас, не подозревают о том, что это все фейк. Нет, друзья, шучу, конечно, это не фейк. Ситуация очень интересна, потому что множество наших подписчиков, которые смотрят нас, удивлены в том, что происходит. Лично я сейчас вам расскажу. Множество разработок, которые сейчас летают по всему миру, да, по всему миру, и даже на Аляске, и даже в Хабаровске, на Дальнем Востоке, и даже на Камчатке. Но самые интересные моменты – это то, что происходит теперь. Множество людей, которые реально видят НЛО, вот думают, что это не НЛО. На самом деле они правы, потому что есть множество критериев, которые можно увидеть, НЛО это или нет. Но просто своими глазами их вообще не видно. Но что здесь не так, вы спросите меня? Да все. Лично я скажу вам то, что вы должны знать. Вокруг нас происходят какие-то странные, необычные дела. То какие-то необычные вторжения на нашу планету НЛО, то какие-то катаклизмы, происходят землетрясения, там цунами, наводнения. Много чего происходит. А мы не можем понять, что именно. И сейчас, друзья, хочу вам рассказать несколько удивительных фрагментов. В этих моментах есть истина. А есть неправда, есть правда. Это вам решать то, что я сейчас вам показываю. Просто множество наших подписчиков считают, что это просто фейк. Да, это мое субъективное мнение, но мы разбирать будем эти необычные видеосюжеты, которые вы сейчас их видите. Да, досмотрите до конца, потому что множество из вас даже и не поверят. Что на самом деле я пытаюсь до вас донести? Нет, друзья, не то, что вы видите, не то, что вы слышите, а то, что вы потом будете понимать. Вокруг нас происходят какие-то странные дела. Летающие объекты, в первую очередь, интересуют множество людей. И цель этих необычных объектов я еще, друзья, не начинал. Помните, есть множество интересных технологий, пирамиды. Они не просто были построены, это знак уважения к этим НЛО, ну то есть пришельцам. Они по всему миру, их то раскапывают, то они в каких-то там земельном почве, ну то есть много чего интересного находится под землей. Но никто из вас не знает, что эта траектория событий, которые на самом деле нас интересуют, это летающие объекты. Они то приземляются на авианосцы, они появляются на военных базах, они даже были замечены в зоне 51. Шарообразные такие объекты. И здесь нет объяснения, а что вообще происходит? Вообще происходит уйма чего интересного, которое вы, друзья, не знаете. А вот лично мое мнение кажется здесь неуместно в плане того, что от нас пытаются скрыть что-то. Мы пытались доказать много событий, которые происходили. Эти события, конечно, проявлялись очень странным путем. Если сравнивать наше путешествие, где мы находились, там происходили странные и нелепые события. То есть появлялся туман, звуки, необычные вспышки. Это находились в тот момент, когда происходили уникальные видеосюжеты. 17-й год, Кавказ. И это, друзья, было очень странно и даже страшно. Но суть в том, что мы слышали крики непостоянные. Такое ощущение, эти необычные моменты как будто нас приманивало. Но я слышал очень интересную историю от множества наших зрителей и подписчиков, что в таких местах происходят уникальные события. Кто-то утверждает, что ходят по каким-то местам ведьмы старые, такие трухлявые, и зовут типа на помощь. Кто-то утверждает, что это леши, кто-то еще что-то. Но в общем, критики и конкретики нет. Но на самом деле
Кто-то из подписчиков нам даже присылал видео, рассказывали о том, что они видели 4-метровую какую-то необычную сущность или существо, я не помню в тот момент. Оно на четвереньках ходило и пряталось в лесу. Тогда охотники поехали застрелить это необычное существо, но им не удалось. Только одному удалось выжить с этой необычной ситуации. Все охотники пропали, и их не нашли. Что на самом деле проявление таких событий, неизвестно. Но есть и порталы, которые называются в необычном формате потусторонние. Но на самом деле был случай очень и не один. Как грибник пошел в лес и ушел на 10 лет, а потом вернулся через минут 40, час. Оказывается, он зашел в пещеру, переждал погоду, там дождь или снег, я точно не помню, и вернулся. Это необычное, но жена уже была с другим, ему было странно. Его забрали в специальную какую-то группу людей, там начали его допрашивать. И самый интересный момент, этой пещеры больше не было, куда он пришел. То есть они, эти необычные объекты, то есть входы в эти порталы, то появляются, то исчезают. То есть человеку дают вариант, и он на 10 лет, кстати, моложе. Что еще самое интересное, это то, что множество событий, которые происходят, это странно появление, да, друзья, НЛО. Когда что-то происходит, человек это чувствует. Или у него седьмое чувство. Вы все, наверное, сталкивались с этим, когда вы были в лесу или где-то еще, как будто вам кто-то в затылок дышит или что-то вы чувствуете. Такое нормальное явление. Но самый интересный момент, это то, что каждый момент, который происходит, он неспроста. Есть множество критериев людей, которые ценятся на несколько категории, то есть они верят, а другие не верят. Но есть и третьи, которые без разницы. Те, кто без разницы, их все равно это коснется. Но малая часть того, что происходит, есть, друзья, множество положительных событий. Наши интересные моменты, которые мы путешествовали, находили какие-то странные события, удивлены в том, что вокруг нас происходят странные и необычные дела. Как вы думаете, вокруг нас это просто так появление каких-то инопланетных кораблей, или это все-таки разработки? Конечно, друзья, вы можете оставить комментарии, поэтому множество наших подписчиков и пытаются как-то достичь какой-то цели. Ведь множество объектов НЛО, они то есть, то нет. На карте, если посмотреть по всему миру, они посещают именно самые необычные страны. Это Россия, США и Европа. Эти три необычных момента самые необычном формате посещаемые. Не верите, можете не смотреть, но я вас попрошу поставить лайк, друзья. То, что я вам сказал, надеюсь, вам было очень интересно. Не забывайте, друзья, комментировать. Не забывайте следить за моим каналом.